Всем здорово! Сегодня у нас подборочка товара с Алиэкспресс для Альфы. Первый — это у нас топливный шланг. Он предоставляется в 5 цветах. Цена составляет 105 рублей. Следующий — это у нас сигнализация. Цена составляет 670 рублей. Следующий — это у нас сетка. Ей можно закрепить шлем к багажнику или какой-то небольшой багаж. Цена составляет 200 рублей. Следующий — это у нас лампочка. Цена составляет 60 рублей. По отзывам хорошо, намного светит лучше, чем своя родная лампочка. Следующий — это у нас LED-лампочка. Сейчас даже попробую привести пример, как она светит. Говорят, тоже светит довольно хорошо. Так примерно светит, как ксенон, белым светом. Но все равно лучше будет, чем штатная. Следующий — это у нас сигнал. Стоит 560 рублей. Очень громкий. По-моему, даже ставят на сигнализации. Следующий — это у нас комплект карбюратора. В комплект входит сам карбюратор, потом топливный фильтр, шланг и нулевик. Ну, нулевик сразу на выброс. Цена составляет 1200 рублей. По отзывам, довольно хороший карбюратор. Следующий у нас тоже карбюратор. Цена составляет 760 рублей. Тут уже без всяких дополнительных товаров. Отлично подойдет для них. Следующий — это у нас натяжитель цепи, который крепится на маятник. Цена составляет 870 рублей. Следующее — это у нас щуп с термометром. Цена составляет 350 рублей. В принципе, Альфу невозможно перегреть, но кто любит ставить всякие прибамбасы, дойдет до них. Следующее — это у нас клепатель цепи. Довольно полезная штучка. Следующий — это у нас свечка. Такая свечка, говорят, довольно хорошая. Следующий — это у нас нулевик. Выбрал более-менее, который нормальный. Цена составляет 300 рублей. Следующий — это у нас задний стоп-сигнал. Цена с доставкой где-то 220 рублей. Следующий — это у нас тоже стоп-сигнал, но и три в одном. Стоп-сигнал и с поворотниками вместе. Идет как лента светодиодная. Так вот выглядит. Цена составляет всего 115 рублей. Следующий — это у нас обтекатель. Цена составляет всего лишь 710 рублей, но, говорят, плохо светит. Даже и придется ставить другие лампочки сразу. Следующий — это у нас музыка. Цена составляет 830 рублей. Что удобно, у этих флешка вставлять в саму колонку, не надо проводить блок куда-то прятать. Звучат довольно громко, еще с подсветкой. Вот так примерно выглядит на Альфе. Следующий — это у нас масляный радиатор. Цена составляет 2000 рублей. Отлично подходит для Альфы. Ну, для Альфы она ни к чему. Как я говорил прежде, Альфу невозможно перегреть. Очень сложно. Вот так вот она выглядит. Установлен на питбаке.
Всем спасибо за просмотр. До следующих выпусков.